играешь в свое удовольствие. Хорошо, хорошо. Так, так и делаем. Чуть-чуть посильнее, так и делаем. Сетка. Ох и сеточка. Старайся по линии эту подрезку встречать. Вот это была пауза, очень красивая пауза и хороший удар выверенный. Молодец, пауза. Ну, было неплохо. Ну, что говорить? Все отлично, все правильно. Играешь в свое удовольствие. Значит, вот эта вот последняя подача была тоже прикольная. Только сделай ее в следующий раз коротенькую подрезку. Поняла? Вот. Это можно ее... Ее подача, когда идет короткая подача, вот тебе сюда вправо. Легонечко, не по диагонали там, где она стоит, а по линии. Мягенько так, вот мягенько, коротенько, вот это самое, то самое. Ну, а тут плюсик, как что еще? Ну, можно, ну как и можно не давать. Ноги, пауза, удар. Хорошо. Все, в остальном все, молодец. Это еще не дали. Yeah.
Достойный бой, молодец. Очень достойный бой. Девочка займет то ли первое, то ли второе место. Ты выглядишь очень неплохо. Значит, что ты знаешь, что попробовать делать. Вот эту подвеску, что она тебе дает хорошую. Попробуй перевозить по диагонали в дальний бой. По диагонали. Сделай ее теперь по диагонали. Сделай ее по диагонали. Ты молодец, я тебе говорю, ты молодец. Хорошо. Работала, работала. Готовься встречаться. Делай паузу, поворот, потому что ты делала право. Субтитры
вот, играем пока. Играем. Ты с Алиной играла уже? Ну, что я такие победы так грозила, она начинает нервничать. Я ж смогла, я ж смогла. Все правильно, правильно все мыслишь. Сделай выкрут удар в следующий раз. Хорошо. Хорошо, хорошо. Чуть-чуть больше паузы перед ударом. Спокойно. Все, на приеме. Твои подачи, Алин, были. Ну ты Колька боец. Показываешь хорошую игру. Это главное, что ты должна была здесь на этой игре с Алиной показать. Ты свою задачу выполнила. Сейчас просто на одном дыхании выиграешь, проиграешь. Побольше концентрации, понятно? Побольше концентрации. Она взяла паузу, потому что она боится. Она видит, что игра на границе. Она боится проиграть эту партию. Она хочет закончить игру. Не иди в нее на поводу. Не делай поспешных решений. Концентрация. Есть только ты и мячик, ясно? Максимальная концентрация, когда мячик на ракетке соперника. Проиграешь, меньше людей тебя никто не будет. Вперед. Давай. Была готова. Молодцы. Коля, 3-1 это...